В Латвии часть населения не имеет гражданских полных прав и имеет собачий статус не граждан. Вот. Вы считаете это правильно? Нет. На мой взгляд, это государство апартеида. Если я вижу, что сегодня издеваются над нашими русскими людьми, которые сегодня уже немногое могут, потому что немногие могут выучить этот язык. Есть провокаторы, которые пытаются из этой проблемы сделать конфликт. То, что вы делаете, это русский фашизм. Это хамство из вас прет. Сейчас по морде получим. Тихо. Все, упал Натаныч. Все, мир. Все, мир. Можем продолжать? Да ничего, приятного аппетита.